your shoes are sick. Илья? Да. Здравствуйте. Точнее, Микей 53, сейчас подъезд. Микей 53. Илья, у меня для вас есть интересное предложение. Проект совершенно бесплатный. Как вы на это смотрите? Я предлагаю вам поучаствовать в программе, которая называется «Караоке такси». Вот, ваша задача будет просто спеть предложенную мной композицию, и все. Я даже вам слова дам, смотрите. Можете выбрать несколько категорий. У нас есть категория шансон, есть популярная музыка, есть детские песни. Какая вам больше нравится? Ну, честно сказать, я вообще не певец, я к этому никакого отношения не имею. Ну, мы просто поедем, поржем, так сказать, и все, и это будет вам стоить совершенно бесплатно. Да, вот нет. Просто поездка бесплатно. За счет заведения, так сказать. Не желаете? Нет. Просто не будем петь. Не будем. Может, пока посмотрим? Композиции, то есть я, ну, не слушаю вот эту. А какую слушать? Больше минимум техно. А, минимал техно? Ну, минимал техно, конечно, не попоешь, да? Здесь такое дело. Все, спасибо вам. Спасибо. А могли бы и бесплатно прокатиться. Ладно, я счастливо. Ну что же, кто там у нас хочет прокатиться вместе с собакой? С той стороны сидишь, да? Ай, айза! Ой, как... У вас их там две! Мы же сказали, что две. А, да? Да, два щенка. Айза, иди ко мне. Мне сказали как? Ой. Айза! Осторожно, что ты ее там? Я осторожно, она не хочет. Тут прохладно, садись. Ого! Привет, она кусается? Нет. Ой, какой красивый. Это же хаски, да? Да. Крутяк. Ребята, у меня к вам тем более крутое предложение. Вы заметили, что очень много камер у меня в машине? Да, да. Вы попали, короче, в проект, который называется «Караоке такси», короче. Вот. Попоем? Бесплатно можно проехаться. Попоешь? Попоем. Попоем? Смотрите, есть у нас несколько категорий песен. Какая вам нравится? Попса, шансон или русский рок? Попса. Руки вверх подойдет? Подойдет. Мне пока что телефон. Итак. Забирай меня скорее. Твои доставали. Целуй меня везде. 18 дней уже. Напой давай. Ты сегодня взрослее стала, и учебу ты прогуляла, собрала всех своих подружек. Вот как же я, ведь день рождения у тебя. Знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня зацелуешь. Поцелуев твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала. И привет! Круто, ребят. Я считаю, что вы справились с заданием. Справились. Я справилась. Тихо. Но есть второе задание. Надо просто угадать, в каком сериале играла та или иная музыка, соответственно. Вот такой сериал. Но он не русский. Давно шел на СТС. Я подскажу. Там, короче, непонятно существо было в этом сериале. Главный герой. Существо? Да. Но это не животное, оно непонятно, его такого не существует. По-моему, еще сложнее стало. Да. Он любил кошек. Кошек. Ладно, вам подсказка. Это Альф. Знаете такой сериал? Альф? Да, Альф.
Там такой волосатый был, да? Да-да-да, вот он кошек все время кушал. Ну давайте дальше попробуем. А, он в смысле кушал? Да-да. Вот такой. Это тоже известный сериал. Это тоже не русский сериал? А? Тоже не русский сериал? Тоже не русский. Вот это уже что-то совсем не понимаю. Давай. Нет, да? Нет, что-то вообще не было. Beverly Hills 90210. Знали такой сериал? Нет. Нет? Даже сериал не знаю. Ну ладно, хоть Альфа знаете. Ну что, ребят, я хочу сказать, что вы молодцы, хоть и не отгадали сериал, но поездка сегодня для вас совершенно бесплатная. Ой, спасибо большое. Вот, поэтому, если что, звоните в караоке-такси, заказывайте. Пойте песни, отгадывайте и катайтесь бесплатно. Да. Спасибо. Все, счастливо. Поездка бесплатная. Да, поездка бесплатная. Да, спасибо. Так. Посмотрим, кто нас ждет. Здравствуйте, на химик можно? Здравствуйте, да, садитесь, пожалуйста. Здравствуйте, химик 6. Как зовут вас? Шамиль. Шамиль, химиков 6. А это где у нас химиков 6, да? Это Южный магнит. Это там, да? Да. Понятно, Шамиль. У меня к вам есть замечательное предложение. Как вы вообще относитесь к вокалу, к песням? Ну, отношусь хорошо. Почему? Почему? Потому что пою. А, вы поете? Да, я пою. Ой, как мне повезло, Шамиль, смотрите. А что, ты петь не нужно? Да, вы попали в замечательный проект, который называется «Караоке-такси». Да, и до своего адреса вы можете проехаться совершенно бесплатно. Ну, классно. Да? Да. Круто? Я согласен. Тем более, я так понимаю, вы студент, да? Вот я вас забыл с нефтехимического колледжа, да? И тем более для вас, я думаю, экономия денег — конечно, это самое то, да? Да, древние тем более. Поэтому давайте так, Шамиль, я вам предложу какую-то композицию. Ну, раз уж вы поете татарские песни, давайте будем петь татарские песни, да? Ну, хорошо. Вы не против? Нет, конечно. Ну что же, я вот иногда делаю для некоторых исключений, да, обычно я даю категории, они выбирают песни, но раз уж ты сказал, что ты поешь и ты певец, как бы, то я все-таки, ну, дам тебе возможность исполнить песню, которая тебе нравится, да? Все-таки ты мне вот уже рассказал, что по большей части тебе нравится татарский вокал, как бы, да? А часто поешь вообще? Сколько ты уже занимаешься вокалом? Ну, вокалом уже 11 лет занимаюсь. 11 лет? 11 лет, да. Ну, тогда ты должен продемонстрировать всем, и мне в том числе, и нашим, так сказать, телезрителям, зрителям, кто будет смотреть эту программу, соответственно, свои вокальные данные. Ну, давай, так сказать, тебе слово. Вот твоя песня, которую ты выбрал. Мочи, так сказать. Эй, где? Бивис? Ну и Бивис тоже. Бивис, да. Сені бір сені көзілеп, өскен жүрен үзілеп, Құшлар байда туған яғына. Сені бір сені көзілеп, өскен жүрен үзілеп, Құшлар байда туған яғына. Байчиргама байчи янама, ара ягын түрге, сыйма ыша күнен. Байчиргама байчи янама. Ну круто, Шамиль, не знаю. Это нереально. Я вот, знаешь, что, ты начал петь, и мне сразу бэлеш захотелось. Охота сразу бэлеш, шпишмак, такой тукмач, чтобы вот все разложить, все это как съесть. А про что песня? Я просто плохо по-татарски, вот честно понимаю, да? Вроде татарин, но понимаю плохо. Вот. Песня про птиц и про любовь. Ну, как везде, наверное. Шуайнэй. Это татарский песня всегда так. Про любовь, да, птиц. Про деревню. Да. Про речку. Да? Ну что же, огромное тебе спасибо. Заряд позитива ты мне на весь день реально дал. Вот честное слово, сейчас охота прям ездить, петь с людьми, кататься, я не знаю, катать их бесплатно. Ну и, соответственно, как и обещал, поездка для тебя совершенно бесплатная.
Вот. Я тоже хочу сказать огромное тебе спасибо за такую поездку. Надеюсь, это будет не последний. Да, если что, звони 38-22-22, караоке такси, вызывай и катайся бесплатно, не вопрос. Все, давай, спасибо. Спасибо тебе большое. Да. Ну что ж, друзья, периодически в эту программу буду звать своих хороших знакомых, которые умеют петь, которые поют профессионально, которые поют давно, дабы они показали, что, в общем-то, незачем смущаться. Понятно, что они поют круто, здорово, и они давно этим занимаются, но хочется сказать, что все очень просто. Да? Не надо стесняться, надо просто расслабиться, быть собой и просто петь. Да, это же не важно, как ты поешь, самое главное, чтобы ты пел. Поэтому сегодня у меня в гостях замечательный певец, композитор, известный музыкант в городе Нижнекамск. Зовут его Татик Хаметов. Я думаю, что сейчас он продемонстрирует свои вокальные данные. Ну, еще для него будет небольшой сюрприз. Он будет петь песни не только, которые он хорошо знает и которые он постоянно исполняет на разных мероприятиях, но я приготовлю для него какую-нибудь интересную песню, с которой он, может быть, даже и не знаком. Ну что, привет, да, Радик, ну... съемка пошла. Да. Прикольно. Радик, да. Я думаю, что ты уже видел меня в образе таксиста, да. Вот, караоке-таксиста. Позвал я тебя не случайно, чтобы ты показал людям, так сказать, что ну, не стоит смущаться, как бы, да, и петь, раскрепоститься, и это можно делать не только как профессионально, но и, в общем-то, просто вот парать, так сказать, да? Да, вообще легко. Вот, давай, смотри, категория попса, короче, так. Русский рок, так. Шансон. Так. И детские песни. Хорошо. Так, друзья, просто прокатиться даже, просто для настроения. Давайте звоните. Вообще прикольно здесь, короче. Так. Давай веселый что-нибудь споем. Запахло весной веселое. Все окей, давай, сейчас я тебе поставлю песню. А улыбнется подвешатку солнце мне, заиграет и запрыгает капель. Лист регистр тут потянется на плюс, а от весны здесь забалдеют все вокруг. Запахло весной. А уже, да? Ну, оказывается. Метелем отбой. Хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, вот снимет другой, знакомой тропой. Вернусь я домой. Ты считаешь, все-таки да. Вот шансон как жанр, да, он чему-то учит или это просто вот рассказ, блатные песни? Там? Любой жанр чему-то учит. Да? Да. Ты уверен? В любом жанре, любые песни есть как бы свои определенные темы, которые люди слушают. Это же не просто набор слов. Мне кажется, ты ошибаешься, потому что, ну, допустим, да, вот чему может научить песня Вите надо быть. Ну, согласен. Но сейчас как бы этот... Все плохо с этим, да? Ну, как бы сейчас, да, с Витей, конечно, сейчас с тобой согласен. Там ни черта ничего не интересует. Там есть пару таких моментов. Но тоже они же писались, как-то чем-то писались, откуда-то взялись эти песни. Или мама, нет Wi-Fi. Wi-Fi. Ну тоже, да, песня ни о чем? Да. Понятно. Ну давай тогда, как и договаривались, я поставлю тебе песню, твою любимую, которую ты хотел бы исполнить. Ну и, соответственно, я сказал прости, обо мне не грусти. Ветер дальний дорог унесет.
рождения жду, слезу смахну, ты на прощание скажешь мне. Всем домой! Возвращайся домой после дальних дорог, после долгих тревог, на последнем дыхании. Возвращайся домой после трудного дня, через годы разлук, на последнем дыхании. Круто. На самом деле эта песня почему моя любимая, потому что когда мы с Радиком работали на банкетах и очень хотелось домой, я говорил: Радик, пора. Пора уйти красиво. Ну и мы уходили красиво. Ну уходили красиво, всегда. Вот такой вот Радик у нас караоке-такси, в общем-то. Поэтому, если вдруг есть знакомые, желающие, пускай звонят, поют, звонят, ага. Звонят, поют. Ну и кто сейчас смотрит, друзья, пойте, ездите, тут прикольно, тут здорово. Даже не заметите, как доехали до точки. Да, и плюс еще халява. Вот. Вот. Ладно, Русик, спасибо, давай, было приятно. Спасибо тебе, да. В общем-то, тебе огромное спасибо, что спел, повеселил меня сегодня, порадовался вот этой, самой главной, моей любимой песней. А что, особо не поют, да? Поют зачем? А, да? Ну, да. Все, слава богу. Ладно, Ланенька, давай, счастливо. Пока. Вот видите, друзья, ничего сложного, нужно просто петь песни и, самое главное, не стесняться. Поэтому звоните в службу заказа такси Light 38-22-22, заказывайте караоке такси, пойте, и поездка для вас будет совершенно бесплатной. Ну а с вами был Рустам Калимуллин, говорю вам пока-пока, еще увидимся на дорогах, ну и, конечно же, в караоке такси.